Здравствуйте, в эфире МТВ «Народный календарь». В студии Максим Черпак. Сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня отмечают Феофанов день. В 8-9 веках в Константинополе жил святой Феофан. Когда ему было 3 года, он лишился отца, а его воспитанием занялся император Лев Иссаврянин. Новое положение Феофана обязывало жениться. Перед свадьбой он договорился с будущей женой о сохранении целомудрия, так как молодой человек желал стать монахом. После женитьбы он принял монашеский постриг и благословение на строительство монастыря на острове Каланим. Феофан много времени посвящал молитвам и переписыванию книг. В награду за это Господь даровал ему способность лечить людей и изгонять из них бесов. В 50 лет монах сильно заболел и не мог излечиться от недуга. Тогда же к власти пришел Лев Армянин, при котором Феофан попал в опалу и был арестован. Он не смог выжить в тюрьме и вскоре скончался. На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва. Особое внимание в этот день доставалось лошадям, первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает, то будет нездорово все лето. Для защиты от болезней из глаза лошадей водили к ротнику и поили с серебра, то есть погружали в воду серебряную монету или кольцо. С лошадьми было связано много поговорок и примет. Например, говорили: «У хорошего хозяина нет плохой лошади». Также подмечали: «Если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху, к ненастью. Если фыркает в дороге, к радостной встрече». Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицы и угощали птиц, бросали им льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ. Ну а сейчас по традиции в конце выпуска поздравим наших именинников. Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Феофан. От всей души поздравляем вас. На этом у меня все. Желаю хорошего дня. И помните, только на МТВ, несмотря на приметы и прогноз синоптиков, всегда хорошая погода.